Драгоманова, 7А. Девятиэтажный панельный дом гостиничного типа. Во дворе дома зелено и достаточно уютно. Вход в парадное выглядит ужасающе, хоть домофон и установлен. Внутри парадное не лучше, ободрано, грязно, настоятельно требует ремонта. Во дворе общая на несколько домов просторная детская площадка. Места для парковки во дворе есть, но их мало, потому двор почти сплошь заставлен автомобилями. Рядом есть церковь, озеро с пляжем, небольшой торговый ряд. Состояние дома удовлетворительно.